день дарован нам рассветом. Кровнодовольный гудец вашей погибели. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Паразиты, кровососы!
Запределье будет моим. Кровососы, пейте мою кровь и захлебнитесь ею! Ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно! Thank you.
слабее! Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую смерть. Thank you.
Ну смотри, на аукционе вот обычный талик, блядь, покупает за 200 кусков. Обычный талик, блядь, это та же самая трения, только РДДшная. Ну, треньки Зуламана, которые это башка и зов, они спокойно продаются за 60 косарей. Вообще вот не напряжно. Целкашный, я думаю, за полтос. Интересно, у нас и самоёк. Все очень было понятно, спасибо за вежливость. А у нас кто-то души сосёт. Кто-то, да. Ну, кто успел, тот насосал. А, у нас нет свежего. Кто из нас слабее? Кто пососал, тот пососал. Кто успел, тот пососал, а посильник. Или кто успел, тот насосал. Сука. Ты за шамана пошла? Нет, Фигаля. Иди. Кто сколько насосал, тот столько получил. Так, будет более двусмысленно звучать. Видимо, надо более старательно сосать. Кто раньше начнет? Тут больше насоси. Тут быстрее закончил. Да, 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 да. Господи. Это ты так да кричишь, как будто уже насосался. Уже закончил. На магии я уже закончил. Всем привет. Здравствуйте. На приста мне в лень дефармить. Тебя мне уже 60 тысяч. Куда столько? А такого даже обнулят вроде бы. Нет, ну хотя хуй знает. Ну, пускай перед обнулением они как минимум скажут. Хотя бы за день. Тогда на форуме писали, что обнулят. Они постоянно то обнулят, то не обнулят. А кто скажет, а можно пойти будет в ЦЛК 12? Это 250-м. Это тебе только начальник скажет. А где начальник? А я ебу. Обычный мир. Вообще, в мейн-рейде но быть должно. Вон, на второй пати у нас должно быть. Паровоз бешмота 50 вроде бы, помню, мне Миша говорил. Точно. О, квест на этого, на великана. Слушай, это пианиста нету, да? Ага. А, тут это, покупатель хочет взять Бринтоли, просит вместе с нами почистить начальный трэш. Можно его взять? Как думаете? Что, хочет пофоткаться с нами?
Чё? Автографы взять, бля. Сами трэш хочет. Скорее душу типа, пососать. Там, души заняты. Скорее репу покачать. Ах, души миликов абсолютно вас не касаются, РТД. Успокойтесь. Если может, кто-нибудь уступит, то, наверное... У миликов гораздо проще. У миликов вроде 1000 душ, и нужно их убить. По сути, миликам и РДД получается равносильно фармить, потому что милики могут всего по одной душе высасывать, а РДД там по духу еще с боссу даже по 50. Ну, Миша, милики могут сколько угодно человек быть в одном рейде, а РДД всего один. Ну, в этом да. И это раз, во-вторых, с босса ну, как 50. Бы к нам тут... уже это не особо относится, когда слышь? Вы у всех. Слышь, да? И души 50 штук с босса дается, и не со всех. То есть первый, второй сурфанга не дается с двух-двух хлопузов. И ланы с профом. Все, больше ни с кого души не сасываются. Это 6 боссов. С которых сосется души, это 300 душ дополнительно, блядь. А чё, есть... А, это... Закрыто? Блин. Я не срежет. Зачем у тебя? Поставить 25-ку. Парады, чё у тебя во лбу торчит? Звезда. Стоит. Десятка стоит. А, крит. Парень. У меня уже есть задумка по другому трансмогу, но мне нужен черный лед. Миш, зачем ты ходишь на варе, если тебя все равно отправлять на замену? Попитка не питка. Чтобы потом пойти в рейд и всякие, блядь, бичи, которые дают меньше меня, не забирали у меня. Тут бекашка с ником кислород. Тут на английском. О, пианист вполне приносит. Клятва хранителя нужна кому-то? Кто-то продает? Клятва уже продают. Парады тебя перекинули. Я не услышала. В чате там у провокатора было уже клятва. Чат смотрите, там есть специальный канал, в котором видно. Где кто что. И дай ассиста сразу, у меня покупатель на брин. А этот чат видят разве не только там определенные люди? Писать видят его все, писать в нем могут только люди от мейн состава. Так, сейчас. А чё за ТБЛ? Талик. Талисман бессмертного лича. Без, он бессмертный или безымянный? По-моему, безымянный. Понял. Почём он? Сумантись. А где провокатор? Это что же тренинг, то же самое? 50. 65 тысяч он стоит. С обычки тебе? Адмирал, да. Великан пропал. А, это значит десятки квест на великана, понятно. Мне его покупатель пишет. Где провокатор, скажите? Ну теперь это твой покупатель. Все, твой покупатель, забираешь себе. Ну а что, да. Тебя насчет чего пишет? Насчет клятвы? Да. Про клятвы еще 3 часа. Вряд ли мы будем далеко, конечно, 3 часа идти. Сколько она стоит, это пихо? Он должен сам знать. Миша, какие 3 часа? 40 тысяч стоит двухочки. Ну сейчас присумоним и чтоб все тоже сумонили. Давайте присумоним всех всех вместе.
Ага, тут на выходе цирк с конями из Альянса. Я ж тебе только что суммонил. Я в курсе, но мне надо к покупателю выйти. Здесь все остальные либо мертвые, либо в ледяной короне только что вышли. Да, минуточку буквально. А, в вратаре. Минуточку. Сейчас я прогружаюсь, пойдем. Да, не такой быстрый. Бля, решил, короче, зайти по вагоне с друидом, открываю, бля, троид, 27 тысяч друидов. Жопу. Вторую... Друидов. Вторую ловушку я обезвредил. А вот Найти это кто? Найти друид. У нас в гильдии все вагоны, да. Кто не знает? Это не с нашей гильдии. Говорю, вагон. Северный ты. Как дела? Что покупает? Я смотрю, я тут на стриме отписываешь там аламент. Ну, конечно, по колено-то нет. И ваши души высияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, вступит. Все, вижу. Библ, там сова с тобой по дуэли сходил. Да, ПВЕ Боб. Уже отмазал. Вот там. Хилы есть. Ну, если хилов с кокона не выбивает, то нет. Я в коконе сам. Я тоже в коконе. Вопрос к ТД. К миликам. А почему к миликам? Потому что они могут коконы разбивать. ЖДшники тоже, но очень сложно. Нет. То есть ты должен быть. Товарищ Френзик, посмотри, в какой группе ты находишься. Артемий, у тебя посох есть, 284-й. Руками можешь пить. Эдуард, верболетом хочешь пострелять? Что с ловушкой? Я не успел, он вперед пошел. Что это такое, блядь? Проверка на присутствие. В конце концов, все вы будете служить мне. Гена, Йора, красоточка. Вроде меня никто не предупреждал. Я как бы нажал, готов, если что.
Не показывай. Ну, я могу тебе рекаунт кинуть. Просто. Где она там 15к дает? Маша тоже вам бьет. Хилам. Это хилам больше вопрос. Настя, ты где? Я вообще-то здесь хилю. По поводу ловушек. Что за херь происходит? Это все одна ловушка. Он не успел банально. Может, там... Если он даже, блядь, не успел. Мишка сагрил вот этих первых двух, сразу же побежал на следующих. Я не успел даже его убрать. Лов. Скорее. А как давно Шакл не сбивает этот каст? Невосприимчивость. Стан сбивает. Но Шакл тоже раньше сбивал. Добрал себе целую карту. Мимик? Стопудово. Они же там X на X1 открыли. Лёха, посмотри бы. Всё, конца лафа. По поводу стендбая нет. Не прокатит. Мазбаф. Я манул. Пока все не сойдут. Добирается. Я поехал. Ты жопу не подставляйся. Расшибает сразу, блядь. 20% остается какая. Знаешь, у нас 2 ДЦ. Что страшного? Будем 2 ДЦ хилить? Да я в 3 хила иду. Давай скатывай ДЦ. Ну что, больше хилов здесь надо? Видать надо. Не, лишний урон не ловит, только ты один хил сосносит. Один хпал, все выхилить. Ловушек нет. Ну, кто-то сказал, нужно всем хилам спекнуться в ДД. Я могу спекнуться. Урод для ВШП. Без нихуя. Я что, рез шаман, что это... ДЦ в 4 ТП. Наверное, вдвоём не просили. Поку она, конечно, разбиваться будет. Что мама парирует, гуляет в танке. Хрен знает, хотят гуляют. Рыбу поставил. Сила бездны, дача.